Власти Франции готовят законопроект о налогообложении транснациональных гигантов с оборотом более 750 миллионов евро. Под закон попадут Google, Amazon, Facebook и Apple. Министр экономики Брюно Ле Мэр назвал это вопросом справедливости. Правительство намерено как можно скорее направить законопроект в парламент. Приблизительно это произойдет в конце следующего месяца. Ожидается, что благодаря новому налогу бюджет Пятой Республики ежегодно сможет получить дополнительно около 500 миллионов евро в год.